Вы спрашиваете меня, когда лучше высаживать рассаду томатов. Друзья, если вы живете на Южном Урале, то я советую вам высаживать рассаду томатов, предназначенных для выращивания в открытом грунте и в парниках. Обратите внимание, не тепличные томаты. Начинать заниматься рассадой в начале апреля. Ну, в первой декаде, так скажем, в конце первой декады. Почему? Дело в том, что когда вы покупаете томаты, обращайте внимание на обратной стороне, в каком возрасте эту рассаду придется высаживать на постоянное место. Вот я вам покажу для разнообразия. Вот посмотрите, на упаковке написано, я подчеркнула, в возрасте 45-50 дней. Дальше вторая упаковка. Посмотрите. Посев на рассаду производится за 50-60 дней. Высаживаем мы в нашем регионе после 10 июня, после угрозы возвратных заморозков. А теперь давайте посчитаем. Если мы 10 июня, значит, 10 мая это месяц, а 10 апреля это 2 месяца. Это как раз и есть те самые 60-50 дней. Не советую садить раньше, потому что рассада перерастет, и вместо того, чтобы отдать свои силы на плодоношение, она просто использует заранее свои силы на ботву на вашем окне. Наша задача вырастить, получить хороший урожай, чтобы с каждого куста мы получали по ведру как минимум урожая. Вот для этого и существуют определенные технологии, которые повышают урожайность наших томатов. Итак, подытожу. Не торопитесь в нашем регионе высаживать рассаду, если вы ее садите в грунт или в парник. Садите ее, начинайте садить, ну, в начале апреля, но никак не раньше. Делайте это правильно. Сначала тестируйте, затем обрабатывайте, затем проращивайте семена и только потом садите в ту тару, где у вас будет расти. Я желаю вам приятных посадок. Надеюсь, что я вам помогла. До новых встреч, друзья!